Задача номер 14. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 9 очков. Ответ округлите до сотых. Но для начала мы вспомним одну из предыдущих задач. На самом деле число вариантов бросания костей можно вычислить по формуле 6 в степени n. Если мы теперь знаем, что игральных костей 2, то это будет 2 кости, это будет 6 в квадрате, то есть всего 36 исходов. Это все возможные исходы, которые можно получить. Если трудно запомнить эту формулу, поскольку задачи встречаются редко, можно поступить по-другому. Но это очень сложно и долго, занимает очень много времени. Например, если мы кидаем два кубика или две кости, то мы можем получить, что выпадет на костях 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, и 1, 6. Дальше мы выписываем все исходы, в которых выпадает, начиная с числа 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 и 2, 6. Далее мы таким же образом выписываем числа 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 и 3, 6. Следующий столбик. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 и 4, 6. Следующий столбик. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 и 5, 6. И последний столбик. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 и 6, 6. Теперь мы обведем в кружочек те исходы, в которых действительно получилось число 9. Потому что в результате должно получиться 9 очков. Это 3, 6, 4, 5, 5, 4 и 6, 3. Таким образом, число благоприятных исходов достигает 4. 4 благоприятных из 36. Получаем 1/9. Ну и естественно, мы можем перевести в десятичную дробь. Приближенно это 0,11.